Всем привет, дорогие подписчики и гости канала, с вами снова Зарбаба, и мы продолжаем проходить игру Сома. Итак, мы попали с вами в прошлой серии в лифт. Лифт сломался, и вах, офигеть, падение у нас было. Так, давай, Саймон, очухивайся. Вперед. Фу, как тут все, блин. В непонятной жидкости, и мне нужна лечилка. Ой, как нужна. Так, тут явно не лечилка. Твою ж дивизию. Офигеть. Что произошло? Обалдеть. Я еще живой? Ну, вроде постепенно очухиваюсь. It's over now. Relax. Ashley? What are you doing here? How do you know? Like couples do. We're not... You don't want me? Yes. Of course. But what happened? They fell in love. Офигеть. Так, ну меня вообще по полной колбасит, походу. Я даже толком не могу ходить. Ах ты, он меня сюда какую-то фигню зажал. Давай, вырывайся, Саймон. Отлично. Фу, вот тварь, а. Так, ладно. Так, лечилки явно здесь нет. Шаттл я вижу. Но, как всегда, он просто так у нас не поедет, да? Я ведь прав? Вот, я вот в такой же фигне же был. Прицеплен. Так, пожалуй, я вернусь к шаттлу. Если вы все не против, то я вернусь к шаттлу. Так, а что было такое? А, это двери могу, да, открыть? Ладно. Ну, шаттл явно в нерабочем состоянии. Так, а чё, у меня нету этого? Нет, есть. Так, ну явно мне туда получается. Ух ты! А вот это новость. Он уже здесь. А другого-то пути нет. Абсолютно нет.
спрашивается, нафига оно мне здесь надо? Интересно, а если я включу фонарик, он среагирует? Он же вроде как бы только на звук. Соответственно, по идее, на фонарик реагировать не должен. Офигеть. Явно дверь закрыта. Блин, я прям за ним иду. Круто, прям за ним. Так, так, так. Я вообще не могу понять, куда мне тут надо идти. Здесь не хватает питания. Так, карабкаемся на картанах, потому что другого выхода я пока не вижу. Так, здесь я тоже сделать ничего не могу. И нашу подружку тоже я... Офигеть, здесь тупик. Круто. Так, ну, наверное, все-таки я сюда не зря пришел. Ну, может быть, и зря, потому что тут ничего не активно. С этой стороны. Ладно. Блин, она с этой стороны пришла. Ах ты, зараза. Давай, 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 Саймон, друг. Я так и не могу понять, что надо сделать. Так, я вот здесь вот не был еще. Так, тут все открыто. О. Так, это уже плюс. Явно тварь здесь уже. Почему я не могу сюда спрятаться, а? Нормальное было бы место.
Так, идем дальше. Так, тут все закрыто, блин. Куда идти? Вообще не понимаю. Походу, как будто это его логово, что ли. Это все закрыто, ничего не активно. Зараза, как ты здесь взялся? Здесь тоже все тупик, блин. Так, он вроде с той стороны пошел. Пока быстренько сюда. Так, это у нас еще одна лечилка, да? Да, но она мне пока не потребуется. От фонарика вообще никакого толка нет. Сюда мне надо идти. Да нет, тут нафиг вообще все позакрывали. Ход только один. Все-таки пытаемся добраться до этого шаттла. Один был сломан. А куда сейчас иду, я без понятия. В неизвестность. Ох ты, блин, тварь, а! Так, с какой стороны пойдет? Да, ну хоть на фонарик не реагирует. Назад пошел, блин. Привлечь-то его внимание нечем мне. Ох ты, зараза! А чё встал? Налево пойдешь или направо? Назад пошел, а? Ты чё теперь охраняешь, что ли? Я чё-то не пойму, блин. Действительно, сволочь, как будто охраняет, а? Так, если что, есть куда заныкаться. Так, а что у нас здесь? Пишет отказ питания. Так, ну пошел дальше. Чё встал? Чё, решил вернуться, что ли? Дрянь, а.
пока он туда пошел. Давайте быстренько проскочим, проскочим, проскочим. Есть. Вся серия, блин, на картонах. В какую степь идти? Без понятия. Да ладно, тут тупик, что ли? Ерунда какая-то. Не, чё, серьезно, тупик, что ли, блин? Нафига я сюда шел? Я думаю, я здесь систему перезагружу. Ага, перезагрузил. Спрашивается. Нафига? Я сюда приперся. Зарядить служебный аккумулятор. Какой аккумулятор зарядить-то, блин? Где он вообще находится? Этот ваш служебный аккумулятор. Здесь вообще никаких вариантов нету. Тут все закрыто. Тут тоже все закрыто. Какой аккумулятор зарядите? Хм, непонятно. И я вообще не понимаю, он один здесь или их несколько? Это тоже интересный вопрос. Потому что вроде как бы комнаты везде заблокированы. А куда не вылезу, везде он. Зарядить служебный аккумулятор. Что за служебный аккумулятор? Где он находится? Без понятия. Ты что, ко мне в гости идешь. Я так и не могу понять. Так, стоп. Кто закрыл дверь? Смотри, сама закрывается.
Здесь тоже ничего интересного нет, да? Да, я здесь был уже, все везде обошел. Никаких аккумуляторов я не нашел. Вот явно надо что-то сюда вставить, но я не знаю, что именно сюда вставить. Потому что у меня нигде ничего нет, что я могу взять. Так, здесь я ничего не могу. Только кнопочки потыкать эти. И все. Честно, пока не могу понять. Здесь нет никаких аккумуляторов. Ну, для меня полнейшая загадка. Вроде как бы что-то надо сюда положить, но он что-то ничего не ложит. Что здесь ничего и нет. Вообще какая-то канистра. Я думал, что здесь может какой-нибудь аккумулятор есть, но тоже глухо. Тоже глухо. Это очень обидно. Что непонятно, что надо сделать, чтобы пройти дальше. Я еще только тут не проходил и не тыкал. Бесполезно. Ну, я не вижу другого варианта, как только вернуться обратно. Может быть, все-таки я где-то там что упустил. Я не знаю. Вот нафига туда пошел? Зараза, 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 валим, валим, валим. Ух ты, ух ты. Идет, походу, да?
Где ты там? Ого, ноги торчат. Ну чё он там застрял, блин? Надо что-нибудь кинуть, чтобы привлечь его внимание. И чтобы я нормально мог туда пройти. Вот, тварь, тварь, тварь. Валим, 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 валим. Иди нафиг от меня. Давай, друг, залази, залази, Саймон, залази. Фу. Фу, гадина. Ах, тварь. Фу. Так, это было что-то с чем-то. Еще одна тварь. А, какого фига, Саймон, ты не лезешь назад? Так, я пока понятия не имею, в какую сторону мне идти. Я уже забыл. Пока тут бродил. По-моему, сюда. Фонарик, конечно, здоровский. Нифига не видно, блин. Так, вроде правильно, да, отлично. Сюда, куда и надо. Блин, фонарик-то выключен почему-то. А, он, наверное, разряжается. И сам выключается. Потому что другого объяснения я не вижу. То вроде светло-светло и сразу резко темно. Ох ты, блин. Тут и кинуть-то нечем, чтобы его привлечь. Внимание. Ладно, подождем. Нам спешить некуда. Нам осталось чуть-чуть. Там все еще раз порыскать. Но там дверь закрыта. Где-то все-таки там лазейка должна быть. Осталось только подождать, когда он выйдет обратно. Ну, вроде идет. О-о-о, пошел. Давай, давай, Саймон, друг, давай. Фух. Есть, прошли. Так, давайте еще раз тут искать все. Блин, что же тебе тут тыкать-то? Тут закрыто. Тебя тыкнуть не достану. Что ж тут тыкать-то? О, 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 о. Да-да-да-да-да. Есть, что-то сработало.
На всякий случай возьмем. Да, есть, дверь открыта, отлично. Фух. Вот это да. Блин, столько бегал и зря, да? Столько бегал. Так, отлично, мне что? Лестницы нет. Куда-то туда наверх могу залезть, да? Туда еще могу залезть. Ну ладно, прыгаем вниз. Надеюсь, тут подводных тварей нет. Фух. Это, мне кажется, я зря делаю, то, что я воду бросаю. Так, отлично. Здесь есть чем вылечиться. Я что, могу по этой трубе пройти? Нет, не могу. Так, ну мне-то туда. Попробуем разогнаться. А нет. Я думал, тут лестница есть. Нифига подобного. Так, пока не могу понять. Все, слетели. Куда вообще тут идти? А, тут надо было просто тупо прыгнуть, да? Окей, окей. Стоп, а где здесь лестница-то? Так, это явно не лестница. Но, по-моему, я сейчас не на ту лестницу залезу. Да. Ну ладно, уже лезь. Вообще, по идее, мне-то куда надо? Что-то я никак не могу понять вот это. А, ты тут не зацепишься, да, друг мой? Друг мой Саймон, разбиться зато можно, блин, нафиг. Спрашивается, нафига я сюда приперся?
Ну, застряла еще дверь тут. Так, попробуем еще подлечиться. О, отлично, есть. Лечимся. Так, ну что, осмотримся, что мы здесь можем сделать. Здорово, шум привлекли. Офигеть, смыло. Как в унитаз. Офигеть. Все, Саймон, успокойся, успокойся. Все, фух, мы в океане. О, жесть какая-то. Жесть полнейшая. Плюс еще ко всему нас смыло, как в унитазе. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, на сегодня хватит. Продолжим уже в следующей серии. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.